Настроение, конечно, у нас праздничное. Сейчас мы с вами ожидаем митрополита Волгоградского и Камышинского Германа. По традиции он приезжает к нам каждый год. Этот год уже приезжает он к нам 7-й раз. В этом году мы празднуем 200 лет со дня кончины святого адмирала Пшопова. Это будет 15 октября. Но мы всегда большое торжество делаем именно 5 августа, потому что тепло, хорошо. Храм у нас является небольшим, и он у нас служит как алтарем. Знаменательно то, что храм Федора Ушакова находится именно на шлюзе, именно на вратах первого шлюза, где соединяются Волга и Дон. Когда моряки проплывают мимо этого храма, они всегда крестятся, молятся и спрашивают у Федора Ушакова благословения на дальнейший путь. Многие задаются вопросом, почому же воина, полководцы прославили великих святых. Мы знаем, что русская православная церковь прославляет именно не заслуги перед Отечеством как таковое. Да, конечно, он сделал грандиозный вклад в прославление России, и чтобы Россия избавилась, да, от ига турецкого, но его именно прославили из-за того, что он являлся праведным человеком. Он являлся кротким человеком, прежде всего. Все его победы давались по благословению Божию, потому что он перед тем, как идти на какое-то сражение, выставил полностью богослужение, молился Богу, чтобы Господь дал победу именно во славу России. Празднику мы готовимся целый год в ожидании чуда, а чудеса всегда бывают. К престольному празднику администрация нашего района приготовили нам большой праздник, подарили нам большую елочку, которую, я думаю, к следующему году мы с нее снимем ее убранство, чтобы от жары она у нас не сгорела, и она будет во всей красе встречать наших гостей нашего храма. Также у нас большие изменения. Приготовились к встрече Владыка, у нас прекрасный притвор. С помощью Волго-Донского канала в лице Олег Юнусовича, это благодетель, который помогает, окромляет наш храм. Ну, как можно сказать, с его помощью много дел осуществляется. Точно так же, как был отвод, нас храм затапливало, храм сделали отводы, чтобы не затапливал наш храм. То есть грунтовые воды подтопляют, и, естественно, портятся стены, идет плесень. В этом году это уже выполнено. Думаю, что у нас не будет таких затруднений, не будет у нас подтопления нашего храма. В нашем храме также много-много новых лиц. Это радует, потому что мы расцветаем, мы как пополняемся новыми прихожанами. И я думаю, не только в этом, потому что есть много тех людей, которые необычные, которые помогают, и они помогают тихо, правда, очень тихо. Также благодетели, хотелось бы сказать огромное спасибо за цветы Алексею Алексеевичу. Почему? Потому что каждый год на престольный праздник в течение 5 лет, сколько занимаемся цветами, он нам всегда предоставляет нам много цветов. Наш храм, если вы уже видели, и на территории храма он благоухает не только живыми в кустарниках цветами, но и украшениями. Спаси Господи, с праздником вас всех! Радостный день, потому что это для всех радостный день, не только для нас, прихожан, кто чтит память святого праведного воина, адмирала флота российского Федора Ушакова. Этот
подвижник, большой подвижник, прославился не только своими великими подвигами на благо России, но и прославился своим гуманистическим отношением, в том числе к своим врагам. Многие, наверное, слышали и знают, что при боях он помогал, он спасал своих врагов турков. Поэтому мы все на него должны равняться в этот памятный день. Безусловно, стремиться быть такими, как он. И святой праведный адмирале Федоре. Моли Бога о нас. Такой чудесный праздник. Мы узнали, что будет архиерейская служба. Мы приехали сюда, чтобы порадоваться вместе. Но, к сожалению, храм очень маленький для такого прихода. Конечно, у нас в нашем православном доме милосердия 21 проживающий. Конечно, мы привезли всех наших проживающих. У нас живут инвалиды, маленькие деточки со своими мамами. То есть это все бездомные люди. Мы, конечно, привезли. Нужен здесь большой храм. Вот. Было бы очень здорово, радостно видеть, как много родителей пришло со своими деточками. Такой радостный праздник. Звенят колокола, праздничное настроение. Такой оазис, так красиво вокруг. Очень радостно. Спасибо. Настроение в этот день всегда очень радостное, приподнятое, и я бы даже сказала, благоговейное, потому что мы целый год ждем этого праздника, готовимся, и сегодня кульминация нашей подготовки. Мы развели цветник на этом засушливом, ужасно неплодородном участке, занесли земли, разбили цветы, высадили розы. У нас здесь 55 кустов роз. И все это еще засадили однолетниками. Я ответственная по цветнику, но у меня очень много помощников. Мы высадили около 120 кустов петуний. Многолетников других всяких, циней вырастили. И посмотрите, какая благодать. Хотя вокруг все жара, засушливо, все посохло. Но у нас здесь, благодаря усилиям наших прихожан, все это цветет, растет. Посмотрите, какие краски. У нас приходят здесь дети, люди. Я считаю, что вот этот цветник, это своего рода у нас миссионерская, часть миссионерской деятельности нашей православной общины, нашего прихода. Потому что люди приходят и любуются, и удивляются. Ну надо же, хоть здесь есть цветы. Потому что как такое можно расти? Больше по району нигде такого нет. Потому что это только усилиями множества людей можно создать вот такую вот красоту в нашем крае. И мы, конечно, очень рады, все это украшается, потому что люди с большой душой сюда приходят, с большим таким трепетом, вы знаете, подвижничеством буквально, бросают свои дела и приходят, чтобы устроить вот это в храме такую красоту, дождаться нашего 5 августа в самый апогей жары, и чтобы продолжало цвести, радовать глаз, чтобы встретить Владыку, помолиться вместе с ним, помолиться со всем нашим жителем, нашим районом, потому что у нас приход достаточно молодой, и у нас и прихожане молодые. То есть у нас средний возраст около 40 лет, и много молодежи, очень много детей приносят. И мы поэтому считаем, что вот это вот все мы делаем для всех людей, украшая наш храм, нашу территорию. Хочется поздравить с праздником, престольным праздником этого замечательного храма, этого замечательного прихода, с праздником Федора Ушакова. Этот храм очень теплый, и приход очень хороший, теплый. И мы, члены клуба «Золотая пора», приходим и по силе своей помогаем, как-то окормляем территорию вокруг этого храма. И территория, конечно, очень красивая, и прихожане заботятся о своем храме, о том, чтобы это было красиво. Но самое главное – это духовная благодать, которую мы получаем в этом храме, который возглавляет отец Евгений, настоятель нашего храма. Андрюша! Субтитры сделал DimaTorzok.
Oh,
Господу помолимся. Помолимся. Высокопреосвященнейшем митрополите Германии, честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, во всем причтении людям, Господу помолимся. Господи, помилуй. Помолимся. Господи, помилуй. Изобилие плодов Небес, благодаря шалам, благодаря скорби, гнева и нужды,
Господи, помилуй. Благослови, душа моя, Господа, благослови, души, Господи. Благослови, душа моя, Господа, и сомнение моя, и пресвятое его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывайся, когда я вижу.
против непобедимый добился и сил, а Галинскую злобу милость тоже вменит и разорит. Господи, помилуй. Господи, спаси благочестивую. Господи, спаси благочестивую. Услыши. Посети виноград сей и утверди их, его же насади, десница твоя, святый Боже. Через веру и тебе не от вас, Боже, дать.
пьет, ел, да не кто-то купалится, того будет мыть творение, то создание, а грехи Иисус на дела влагая, я же предел готова Бога, да в них ходил. И духа ли твоему, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Господь крепок и силен, Господи силен в брани. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Правильник, яко феник, процветет, яко кедр, и же блевань умножится. Аллилуйя. Высокопреосвященнейший Владыко, Благовестителя Святого Апостола и Евангелиста Луки. Прикасайтесь Ему, яко сила от Него исхождаше, исцеляше вся. И той возведучи свои на ученики своя глаголоши, блажени нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие. Блажени алчущие ныне, яко насытитесь. Блажени плачущие ныне, яко восмеетесь. Блажени будете, егда возненавидят вас человецы, и егда разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло,
Сына Человеческого ради. Возрадуйтесь в тот день и взыграйте, сего мзда ваша много на небеси. Помышления наши гурцы. Господи, помилуй. Учитель Божий, Отец наш, повинтесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Боже, повелись милости Твоей, повинтесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй. О, Бог, храни меня в стране нашей Русисте и спасении ея, о народе властех и воинстве ея, за тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всех наших священницев, священного нас и всем во Христе братстве нашем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Носящих и добродеющих во святе во всечестном храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людей, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помолимся, но Господь помилует и его. Господи, помилуй, 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 Господи, явится оглашение, изыдите, оглашение, изыдите, явится оглашение, изыдите, да не тот оглашенных и лицеверней, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Thank you.
нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Почившие мученики и исповедники за веру православную и отечество российское от безбожных властей убиенные, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический и монашеский чин, весь причет церковный, братьев и прихожан святаго храма сего, паству волгоградскую и камышинскую, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Хранителя души телес наших у Господа просим. Подай, Господи, прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Подай, Господи, и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Подай, Господи, прощение живота нашего в мире и покаяние скончать и у Господа просим.
Дай, Господи! Христианские причины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Дай, Господи! Пресвятую, пречистую, благословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Себе, Господи! Щедротами единородного Сына Твоего, с Ним же благословенности, со пресвятым и благим родающим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповедуем. Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздельную. Вере, премудростью, Отца Вседержителя, Творца неба и земли видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина, Бога истина. Рожденно, несотворенно, единослушно, Отцу им же вся Миша. Назади человек и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы, и во человечество, распятого же за мы при Понтисе Пилате, и страдавша, и благовенна, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего десную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. И в Духа Святого Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение воскресение грехов, чаю воскресения веры и жизни будущего века. Аминь. Станем добре, станем со страхом, умнем святое возношение мире приносите. Милость мира жертву творения. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святаго Духа будет со всеми вами. И со Духом Твоим. Горе имеем сердца. Верно мы по Господу. Благодарим Господа. Господи,
Аминь.
святейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, и Божий дары святым Твоим церквам Мирского, честно, здраво, благоденствующая, правоправища, слово Твое, истины. Посвят нам божественной благодати, дар Святого Духа, помолимся. Господи, помилуй. Исповедися нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. О, дай Господи! Ангела мирно, верно наставника, хранителя души, телес наших у Господа просим. О, дай Господи! Прощение и уставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. О, дай Господи! Добрых и полезных душам нашим, и мира, мира, для у Господа просим. О, дай Господи! Прочие время живота нашего в мире и покаяния скончати, у Господа просим. О, дай Господи! Христианские почины живота нашего, безболезненные, непостыдные, мирные и доброго ответа на страшном судище Христове просим. О, дай Господи! Соединение веры и причастие Святого Духа и спросивши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Силе Господи! Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный наш нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Я
Трудающиеся, примененные к себе призываем, упокоивали, не пришли призвать и править, соединимся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущий и пребывающий Солнце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Русская Православная Церковь чтит прославление святого адмирала Фёдора Ушакова. Этот 2017 год является юбилейным. Исполняется 200 лет со дня кончины русского флотоводца. Святого праведного воина Фёдора Ушакова. В рамках празднования этой знаменательной даты мы сегодня собрались у стен этого храма разделить молитву этому угоднику Божию. Из истории мы знаем, что Фёдорович Ушаков был одним из самых выдающихся русских адмиралов, поскольку, участвуя в 43 морских сражениях, не знал поражений и не потерял ни одного своего корабля. Он вошел в историю нашего государства и флота как опытный флотоводец, способный не только сплотить и хорошо подготовить экипажи кораблей, но и вдохновить их на подвиг. Его жизнь может служить достойным примером мужества, настойчивости, упорства и веры в победу для подрастающего поколения. О жизни великого флотоводца рассказывают книги и художественные фильмы. Многие знают Фёдора Фёдоровича как мудрого государственного деятеля, градоначальника Севастополя, много сил употребившего на его укрепление и развитие. Кто-то вспоминает имя русского адмирала вместе с именем другого легендарного сына России, Александра Васильевича Суворова. При этом, помимо прочих достоинств и добродетелей, родни этих великих полководцев большая любовь к простому солдату и матросу, а также милосердие к поверженным врагам. Да, он был славным воином нашего государства, показавшим, как надо любить свою родину. Но церковь причислила его к лику святых не за заслуги перед Отечеством, за военные заслуги дают военные награды. К лику святых причисляют только за святость. И сама канонизация есть свидетельство церкви земной о том, что данный святой предстал пред престолом Божиим в церкви небесной и получил дерзновение молиться за весь мир. Фёдор Ушаков был в первую очередь христианином. Христианином не по букве, но по духу. Отсюда
всю победу и его милосердие, сострадательность, крайняя простота жизни, высокое требование в себе. Ушаков все себя предал в руки Божии, посвятил ему всю свою жизнь, и Господь хранил его на всех путях его, защищая от пули и от игра, и даруя военную мудрость, рассудительность, точный расчет, который в конечном итоге и приводили к громким победам, прославившим русское оружие на века. Он стал примером гармоничного сочетания христианской любви и исполнения служебного долга. Федор Ушаков в своей земной жизни был доблестным флотоводцем, покрывшим себя невидаемой славой и в то же время человеком высокой духовной жизни, исполненным необыкновенной чистоты, подлинным подвижником благочестия. Светское и духовное начало соединились в нем удивительно гармонично, и жизнь его, победив неумолимое время, стала достоянием вечности, превратившись в воплощенную легенду, песню, переходящую из уст в уста. После правильной кончины Федора Ушакова прошло 2 столетия. Его подвижническая и высокодуховная жизнь не были забыты в родном Отечестве. Годы Великой Отечественной войны его имя, наряду с именами святых благоверных князей и воинов Александра Невского и Дмитрия Донского, вдохновляло защитников Родины. Высшей наградой для воинов моряков стал орден адмирала Ушакова. Сейчас его память возводится большое количество храмов, одним из которых является и наш храм. Мы молитвенно обращаемся к угоднику Божию с прошением о его духовной содействии и покровительстве по отношению к воинам российского военно-морского флота, которые продолжают ушаковские нравственные традиции доблести, чести и милосердия. Наше непростое время, когда особенно наша земля ополчились враги народа русского, опасно то, что они ведут духовную войну, чтобы уничтожить нашу веру православную изнутри. Здесь, как и никогда, житие Федора Ушакова является вдохновляющим примером воинской доблести и христианского милосердия, строгой приверженности церкви, праведной, непорочной жизни, ревностного служения Отечеству. Прославим же мы сегодня святого адмирала Федора Ушакова, архистратиже российский, служителю народа Божьего, нищих и внетенных освободителю, нечестивых наказателю. Будь заступником и ходатаем за нас грешных пред всемилостным Богом. Аминь. Верую, Господи, и исповедую. Верую, Господи, и исповедую. Яко Ты еси воистину Христос. Яко Ты еси воистину Христос. Сын Бога живаго. Сын Бога живаго. Пришеды в мир грешные спасти. Пришеды в мир грешные спасти. От них же первый есть аз. От них же первый есть аз. Еще верую. Еще верую. Яко сие есть самое пречистое тело Твое. Яко сие есть самое пречистое тело Твое. И сия самое чистое. Сия есть самая честная кровь Твоя. И самая честная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй мя. Молюсь обо Тебе, помилуй мя. Прости мне прегрешение мое вольное и невольное. И прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби мя неосужденно причаститеся. Исподоби мя неосужденно. Все, ничего не надо причащения. Иди, Сашечка, давай, защищаться за начальники. Все, мы тут сделаем. Все, мы тут сделаем.
будешь? Записывай. Сама не будешь? Имя. Голову подними наверх. Никита. Открывай рот. Елена. Молодец. Колесенька. Ваша очистится. Помолимся. Господи, помилуй.
Благословляя, благословящий Тя, Господи, священно Те уповающее, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполни церкви Твоя, сохрани, освети любящие боголюбие дома Твоего, Ты и Те воспрослай Божество и силою, и не остави нас, уповающий на Тя, мир и мир Твоему даруй, церковь Твоим, священником, воинству и все люди Твоим, яго всяко даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, исходя от Тебя, Отца Светов, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Буди имя Господи, благословено Ты и на веко. Буди имя Господи, благословено Ты и на веко. Державе, ради Церкви, стати к непобедимым явился Иисус. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, на вас того благодати и человека любим всегда, ныне и присно, и во веки веку. Аминь, присно, и во веки веку. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Высоко преосвященнейший Владыка, благослови. Воскресы из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами причистая Своей Матери, святославных и всех вольных апостолов, первосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Курского, Златоустого, святых мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников праведного воина Феодора, Санаксарского Ушакова, священномученика Аполлинария, Равенийского епископа, священномученика Михаила, пресвитера и мученика Андрея, священномученика Николая же Верхнем Грутове, святых и праведных Богоотец Иакима и Анны и всех святых. Помилуй, это спаси от нас, яко благо человеку любит. Исполните Деспота, мир и Том Господина Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и Сияруси, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Владимирского и Томога Ярида. Исполните Господа мира, доброго здравия и светлой, тихой, Христовой радости. Голубочки вы мои. Ой, спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Мать моя, спасибо тебе. Господи. Твои дети. Один мой, один батюшка. По славу Божию, на здоровье.
Все, да? Все. Не только Владимир. Вот так. Идите на Славы с вами запустить. Сейчас Владик снимет. Ага. Что этот неуклюжный, Господи помилуй. Владик, обходите с той стороны. Обходите сюда, Владика. Царство Небесное. Thank you.
Отец Сергей. Когда сегодня был на службе, в честь праздника святого праведного Федора Ушакова, я просил помощи в победах. Федор Ушаков непобедимый воин, но я просил побед в мирном труде, в труде на благо Волгодонского судоходного канала. Просил крепкого здоровья всем работникам, кто здесь работает, кто его любит. Я думаю, что и этот праздник всегда доброе настроение, хорошее настроение и, наверное, заряд на долгие годы. Приход храма святого праведного Федора Ишакова, ну, во-первых, очень красивый. Вы посмотрите, как он ухожен, сколько вокруг цветов, как он всегда прибран. Ну, только, наверное, в этом храме есть традиция на такие праздники поднимать Андреевский стяг. Здесь всегда многолюдно. Мы приходим на праздники с отцом Евгением всегда очень в добрых, в тесных отношениях. Мы ему помогаем, когда он нас попросит. Он очень добрый и ответственный батюшка. Я надеюсь, с того времени, когда мы храм построили здесь, мы находимся, наверное, под защитой. Нам бы хотелось в это верить. И вот с этой верой мы живем и продолжаем жить. И поэтому, ну, наверное, вот как-то настроение всегда хорошее. Вы знаете, мне кажется, что это место очень хорошо выбрали и правильно, когда выбирали его вместе с Игорем Ильясовичем Кублем. Он выбирал. Сказал, надо строить вот здесь, на высоком берегу, около шлюза номер один. Чтобы суда, которые выходят, самое главное, входят в Волгодонский судоходный канал, видели этот прекрасный храм с золотой луковицей. Его сегодня видно очень хорошо с моста, то есть практически жители Красноармейского района всегда на виду. Всегда на виду, я думаю, что они сюда будут приходить, и приход будет только увеличиваться. Я им пожелание молиться и спокойно выполнять свою работу, ходить безопасно и с душой, с настроением.